Легенда джаза Рэй Браун в столице Чувашии. Перед своим концертом именитый исполнитель провел мастер-класс. Об особенностях соул-манеры и принципах вокальной импровизации Рэя Брауна расскажет Юлия Важенина. Mary had a little lamb, little lamb. Or Mary had a little lamb, little lamb. Слышите разницу, как джаз отличается от хорового исполнения? Африканские ритмы, европейская гармония, американский фольклор. Под влиянием всех этих веяний и родился джаз. Рэй Браун сейчас, пожалуй, самый яркий исполнитель этого направления. Сына королевы джаза Эллы Фицджеральд с детства окружали именитые музыканты. Отец Рэй Браун-старший – один из самых востребованных аккомпаниаторов за всю историю джаза. От него Рэй и запомнил самое главное. Первое, что мы должны помнить, как вокалисты – treat the band good. Уважайте группу музыкальную. Взаимодействие с музыкальной группой – очень важная составляющая хорошего выступления. Музыка следует за вокалистом и наоборот. В джазе, например, я могу спеть свою партию, потом услышать, как Стас что-то сыграет, неожиданный какой-то пассаж, и при этом я подхвачу и исполню это в вокале. Одна и та же мелодия под разный аккомпанемент может звучать по-разному. Вот, например, Рэй поет с клавишными. А вот как мелодия звучит уже с бас-гитарой. Я хотел представить выступление музыкантов как бы с точки зрения самого выступления. Очень часто обучают технике пения, навыкам, искусству, мастерству, но нам редко рассказывают о том, как же, собственно, вести себя на сцене и как преподносить это людям. Когда начинается, собственно, ваше выступление, то тогда вы должны донести до публики то, кем вы являетесь, а не просто изображать каких-то других, ну, свои идеалы. То есть не свои идеалы несете, а сами себя. Как завоевать любовь и внимание публики? Что делать, если забыли слова? И даже как восстановить голосовые связки? Своими секретами именитый джазмен поделился с аудиторией. Впечатление очень бурное. Это очень раскованный, свободный исполнитель. Видно, за его плечами большой опыт. Хочется, чтобы такие исполнители почаще приезжали к нам и радовали нас. В джазе мне нравится свобода исполнения, персональное выражение музыканта как личности путем вкладывания эмоций в инструмент. Когда на сцене видно душу человека в том, как он двигается, как он говорит, как он поет, это, пожалуй, самое такое важное. Услышать вживую исполнение Рэя Брауна все ценители столицы Чувашии могли на концерте. Юлия Важенина, Павел Редков, Республика.